В нашем городе открылся центр приема и выдачи одежды. Любой желающий может принести свои ненужные вещи, оставить и также прийти и выбрать себе понравившуюся вещь. Мы находимся в торговом доме «Салима», второй этаж, Сибирская, 8/1. Работаем мы ежедневно, кроме понедельника и воскресенья, с 2 до 8. Здравствуйте, мы сегодня посетили открытие вот такого замечательного места, да, куда можно пригласить свои вещи в хорошем состоянии, нуждающиеся могут их брать. Я это поддерживаю. Уважаемые жители города, мы вас ждем с нетерпением.